Тут прописки президент обещал до 1 октября. Но ряд законопроектов, в том числе о свободном месте жительства и свободном передвижении, до сих пор не подписаны. Неудивительно, что теперь этим вопросом занимается Конституционный суд. Инициаторами отмены прописки на этот раз были 48 народных депутатов. Они заявили вчера в суде, что действующее постановление Совмина СССР о некоторых правилах прописки граждан от 1974 года не соответствует нашей Конституции. Прописка – это реликтовое явление, доставшееся нам от советской системы. Наличие прописки, считают депутаты, – это грубое нарушение прав человека. В связи с этим они предлагают ввести новый порядок регистрации граждан Украины, который будет носить заявочный характер. С этим согласны и многие специалисты в области прав человека. Однако, по мнению Евгения Захарова, сопредседателя Харьковской правозащитной группы, нужно сделать так, чтобы с одной стороны не было привязанности к месту жительства, которое не дает человеку реализоваться, и с другой стороны, чтобы у государства была возможность осуществлять контроль за гражданами и выполнять свои защитные функции. Ожидать, что это сразу будет сделано хорошо, как-то не приходится, судя по тем законопроектам, которые есть в этой области. Вот. Поэтому со стороны общества нужно внимание к этим вопросам, нужно ими заниматься, разбираться, что происходит, знать о том, какие проекты готовятся, и пытаться влиять на это. Впрочем, для многих в нашем обществе вопрос замены прописки на регистрацию и отмены разрешительного порядка выбора места жительства вообще не актуален. Не знаю, не актуален. Совсем не актуально. Но я не знаю, что такое регистрация. Ну, мы просто говорим о теме, которая для меня не актуальна. Не знаю, честно говоря. Не знаю, не мне. У меня другие проблемы вообще. Я как-то не задумывался. Ну, я прописан, поэтому как-то не задумывался. Лишь один человек из 10 опрошенных нами был в курсе о намерении государства отменить прописку и ввести регистрацию. Мне кажется, без нее было бы лучше. С регистрацией проще просто. Да, ну там просто как бы заявляешь, что я вот буду жить там, тебя регистрируют, и ты, по крайней мере, ты не должен спросить разрешения. В том, что прописка будет отменена, не сомневаются ни исполнительные власти, ни эксперты по правам человека. Но, вероятно, существенно ничего не изменится после принятия новых законопроектов. То есть вместо штампика «прописан» будет штампик «принят на регистрационный учет». Сегодня же, чтобы принять ряд законов об отмене прописки и разработать новый механизм регистрации, требуются и деньги, и профессиональные юристы. Пока, по данным специалистов, у государства нет денег. Когда будет заменена прописка регистрации, ничего революционного не произойдет. И единственное, граждане Украины смогут пользоваться своими правами, свободно выбирать место проживания и свободно перемещаться. Виктория Мачулина, Николай Щиров, новости 7 канала.